Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня я хочу с вами поделиться очень классной покупкой. Это сенсорный дозатор от Xiaomi. Очень давно о нем мечтала, и сегодня мы поговорим о нем. Кстати, этот дозатор я приобретала на сайте Player. Там оказалась самая адекватная цена. И давайте я вместе с вами распакую этот дозатор и посмотрим, что же там внутри. И расскажу вам о своих впечатлениях. В комплекте идет корпус дозатора, сменный блок с мылом. Кстати, этот сменный блок вы можете покупать отдельно, ну либо, например, купить какое-то другое мыло и туда залить. И также в комплекте уже идут от Xiaomi 4 пальчиковых батарейки. Да, этот дозатор сенсорный работает от пальчиковых батареек. Говоря, когда я увидела коробку, я сначала испугалась, потому что я подумала то, что этот дозатор не поместится к нам в ванну, но нет, все нормально. Высота дозатора 19 сантиметров, а объем 320 миллилитров. Мне кажется, самый оптимальный. Если я не ошибаюсь, то у Xiaomi есть еще побольше дозаторы, но мне кажется, они больше подойдут уже для офисных помещений, а не для дома. Кстати, такой дозатор очень классный тем, что благодаря механизму, который находится внутри, мыло превращается в мягкую пену, и за счет этого идет колоссальная экономия жидкого мыла. А сейчас мне понадобятся мужские руки для того, чтобы вставить батарейки. Соберем данное устройство. Здесь показано, как открыть. Поворачиваем, открываем. Сюда надо установить 4 пальчиковые батарейки. Плюс, минус, плюс, минус. Где замочек нарисован? Внизу. И закрываем. Вроде как все. Открываем колпачок. Убираем заглушку. Как она работает? Надо нажать. Как заявляет производитель, такой дозатор можно использовать не только для жидкого мыла, но и для других косметических средств. Мы пока не пробовали, но тем не менее. И, кстати, как вы уже заметили, отсек для мыла прозрачный, что очень удобно и сразу видно, когда нужно заливать новое мыло. Пена у этого мыла очень приятная, мягкая и абсолютно точно хватает для того, чтобы тщательно и хорошо помыть руки. Как вы уже ранее видели, то, что на корпусе дозатора есть кнопка включения и выключения. Я считаю, что иногда ее нужно выключать, особенно, например, когда вы какую-то уборку делаете. Если вы тряпкой под этим дозатором будете постоянно елозить, то пена будет постоянно выходить из дозатора, и это уже будет неэкономичное использование жидкого мыла. Мои дорогие зрители, если вы приобретали уже такой дозатор, то обязательно внизу под видео напишите свои отзывы, чтобы другие люди могли прочитать и чтобы вы могли поделиться своим опытом. А я внизу под этим видео оставлю обязательно вам ссылочку на этот продукт на сайте player.ru. И мы с вами увидимся в новых видео. Всем до новых встреч, всем пока-пока!